Режим работы нарушен в одном из загородных лагерей. На базе отдыха «Мир детства» высадился десант работников культуры. Педагоги городских учреждений провели мастер-классы по живописи, уроки игры на фортепиано, балалайке и домре. Дома я сижу, если вижу, что папа, например, на кухне что-то делает, я там беру фрукты на стол или кладу, красиво все это делаю, как бы компоновка. Беру листик, планшет, либо что-нибудь под лист подставляю, чтобы он не гнулся, и рисую графикой больше. Диана Амбросимова живописью увлекается 3 года. В ее работах в основном натюрморты. Желание профессионального роста привело ее на пленэр. Под чутким руководством мастера художница осваивает технику портрета. Из беседки неподалеку раздаются звуки аккордеона. 10-килограммовый инструмент 12-летний Стас Лажухин берет с собой даже на отдых. В репертуаре никакой попсы, предпочтение отдает романсам. За их исполнение не раз становился победителем всевозможных конкурсов. Мне понравилось, как играли другие, захотелось самому так играть. Тут можно менять звуки, тут можно мехом показывать, громко или тихо играешь. Творческий отряд на базе отдыха «Мир детства» открывается 2-й год подряд. В его составе 66 воспитанников музыкальных и художественных школ. Для них педагоги подготовили особую программу, задача которой не научить, а подкорректировать мастерство юных талантов. Ну, например, посадка, где-то там зажимчики есть, посадки, плечи сжаты, или запястья сжаты, да? Слышание, ну, как-то постараться слуховое внимание привлечь к каким-то определенным, как вам сказать, ну, моментам. Творческая смена завершится отчетным концертом. Известные пока только в узких кругах таланты раздадут всем желающим автографы и сыграют популярные шлягеры. Анастасия Незнанова, Дмитрий Маклаков. Хабаровская студия телевидения.